Брещанка Александра в технику успеха приходит довольно часто. Ее дом сегодня наполнен незаменимыми помощниками, которые купила она именно здесь. В этот раз сюда привело желание приобрести новый телефон. Цена, качество, технические характеристики Xiaomi, с которыми ее ознакомил продавец-консультант, вполне устроили девушку. Конечно, буду приобретать. Привлекло самое главное – это обслуживание на месте. Не надо искать никаких программ дополнительных. И все на месте. Техника успеха подошел. Узнал информацию, воспользовался. Нужно получать кайф от всего, поэтому мне нравится прийти, узнать информацию, и чтобы тебя интеллигентно обслужили. Это самое главное. Это получается тебя... в технике успеха? Отлично, на все 100. Телефоны Xiaomi на данный момент занимают первое место по продажам в Беларуси. Любители этого бренда очень хорошо оценили эти телефоны по их надежности, по их функционалу, по их производительности и, самое главное, по их цене. У них есть хорошая бюджетная модель Redmi 4A, которая стоит всего лишь 239 рублей. Ее можно приобрести по карте Халва, либо по карте покупок от Белгазпромбанка на 5 месяцев, и платеж в месяц составит менее 50 рублей. Данный телефон выполнит любые задачи классического пользователя, начиная от интернет-серфинга и заканчивая фотографией своей семьи. Компания Xiaomi, выйдя за пределы китайского рынка, практически сразу завоевала миллионы покупателей своими нестандартными решениями, как в дизайне, так и во внутренней начинке гаджетов. Техника успеха реализует оригинальную продукцию Xiaomi, среди которой вы найдете не только смартфоны, но и пауэрбанки, гарнитуры, портативную акустику, умные часы, роутеры, ноутбуки, телевизоры, а также электросамокаты, электровелосипеды и гироскутеры. Не сомневайтесь в оригинальности предложенной продукции. Техника успеха гарантирует это, за что отвечает собственной репутацией. У меня Xiaomi Mi 6, стекло наклеило здесь. Я просто очень долго выбирал что-нибудь такое не очень дорогое и чтобы качественно было, потому что многие телефоны, мне кажется, недостойны цены, $1000 и тому подобное, они не стоят. Я выбрал что-то такое, чтобы хорошо держал батарею, плавный интерфейс и вполне хорошая камера. То есть этот телефон меня вот с этим полностью всем удивил. Техника Xiaomi надежная, современная и соответствующая стандартам флагманов. На сегодняшний момент человек достиг того уровня, к которому он всегда стремился – комфортной жизни. В современных квартирах и домах присутствует очень много бытовой техники. Она создает человеку достойное удобство в повседневной жизни. Китайская компания Xiaomi, обладая собственным научно-исследовательским штабом, ведет исследования в области IT-технологий и применяет свежие идеи при разработке. В подтверждение вышесказанному, товары из категории «умный дом», например, электрочайник. Многие люди скажут, ну а что здесь интересно? Ну чайник как чайник, белый цвет, классический интересный дизайн. Но тем не менее он очень хорошо подойдет для молодых семей. Предположим, родился ребенок и вам надо приготовить смесь. Этот чайник сможет подогреть воду до нужной вам температуры. И не надо вам с градусником мерить, какая вода, чтобы ребенок не обжегся. Для любителей чая либо кофе также он будет интересен. Это же так приятно проснуться и сразу насладиться вкусным горячим кофе. Есть функция Bluetooth, по которой вы можете его синхронизировать с вашим телефоном и удаленно еще в спальне включить сам чайник. Буквально за 5 минут объем 1,5 литра у вас дойдет до кипения. Робот-пылесос от Xiaomi облегчит труд самых взыскательных хозяек. Чудо-машина наведет в квартире идеальную чистоту. Незаменимым помощником в быту для прекрасной половины человечества компания Xiaomi специально разработала умный робот-пылесос. Этот маленький пылесос может автоматически убирать вашу квартиру, когда вы отсутствуете дома, когда вы находитесь дома. Благодаря 12 датчикам, встроенным в робот-пылесос, уборка для вас станет беззаботной. Пылесос будет сам делать всю работу за вас. Он может контролировать, что ему надо убрать. Он видит пределы, чтобы не упасть, если вы его поставили куда-то даже на антресоль. И у вас в доме всегда будет чисто. Впереди новогодние праздники, и каждый задумывается о подарках для своих близких. Рекомендуем не тратить время зря, а приходить в технику успеха за полезными и желанными вещами. Большой выбор умных гаджетов Xiaomi по доступным ценам уже в технике успеха. Скоро новогодние праздники, и в поисках подарка родители очень часто могут пройти не один десяток магазинов, потому что не знают, что подарить детям. Компания Xiaomi позаботилась и об этом. Этот подарок будет интересен не только детям, но также и родителям. Умный конструктор-робот
от Xiaomi. Данный конструктор увлечет на все зимние каникулы не только вашего ребенка, но, скорее всего, и даже родителей. Ведь его интересно собирать вместе, а после того, как вы его собрали и синхронизировали его с вашим телефоном, им можно управлять как игрушкой. Приобретая товары китайского бренда в магазине «Техника успеха», вы экономите. Продукция поставляется напрямую компанией из Китая, поэтому отсутствие посредников гарантирует минимальные наценки. При этом клиенты могут воспользоваться рассрочкой или кредитом, оплатить товар картами рассрочек «Халва» или картой покупок. Отправляясь на шопинг в «Технику успеха», вы гарантированно получаете европейский сервис, массу удовольствия, а также подробные консультации продавцов. Уже в эти выходные 25-26 ноября в магазине «Техника успеха», расположенном на улице Советская, 56, на весь ассортимент товаров Xiaomi грандиозные скидки до 20%. Отличный шанс увидеть огромный ассортимент умной техники Xiaomi и выгодно совершить покупку.